Доброе утро, дорогие жители нашей прекрасной республики. С вами я, Алибек Хапаев. И сегодня утреннюю зарядочку мы будем делать вместе. Так как утренняя зарядка – это улучшает кровообращение, поднимает настроение. И человек после зарядки весь день будет полностью на позитиве. И сегодня мы будем делать зарядочку, и начнем мы его с головы и вниз будем потихонечку спускаться до ног. Вот. Начинаем зарядочку утреннюю, ежедневную. Крутим голову в одну сторону. Желательно это все делать по 5-10, даже можно по 15 раз каждое утро. Но сегодня мы будем делать это по 5 раза. Начинаем голову не спеша. Сперва крутим, ставим руки на пояс, ноги на ширине плеч. И начинаем крутить голову в одну сторону. Сперва крутим не спеша. 5 раз. 4. 5. Потом в обратную сторону. Тоже так же 5 раз. Не спеша. 1, 2, 3, 4, 5. После головы мы плавно уже переключаемся на руки и начинаем с пальцев. Пальцы разминаем, после этого уже начинаем разминать кисти. Крутим кисти в одну сторону, также желательно 10-15 раз, а потом в другую сторону также 10-15 раз. После кисть мы уже начинаем и переходим к локтям и начинаем крутить локти. Сперва вытягиваем руки вперед перед собой и начинаем крутить локти. Это получается, делается все так же, все одинаково по 10-15 раз. Потом во внутреннюю сторону также делается 10-15 раз. После локтей мы переходим уже к плечам. И начинаем крутить руки. Сперва одну руку. Также это делается 10 раз, 15. Потом в обратную сторону также. Потом вторую руку. Также 10-15 раз. Сперва вперед, а потом уже назад. Также 10-15 раз. Потом начинаем крутить оба руки вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Также желательно их крутить по 10-15 раз. После плеч мы уже переходим к спине, к пояснице. Так как спина, поясница это играет большую роль в нашей зарядке, мы должны его разминать еще лучше, чем руки, шею и все остальное. И начинаем мы с того, что руки ставим на пояс, ноги на ширине плеч. И начинаем потихонечку крутить поясницу. Также желательно это делать 10-15 раз в одну сторону и 10-15 раз в другую. Покрутили. После этого мы делаем наклон. Сперва в одну сторону спускаемся вниз, потом в другую сторону спускаемся вниз. И так мы делаем тоже 10-15 раз. После наклонов в стороны мы ставим ноги чуть шире плеч и начинаем делать наклоны вперед. Вот так это делается. А потом это делается и в правую сторону, и в левую сторону. Но желательно утреннюю зарядку делать не спеша и спокойно, чтобы тело полностью должно согреться и чтобы вы должны чувствовать себя комфортно. И после спины мы уже спускаемся к коленям и начинаем крутить колени. В первую очередь мы начинаем его крутить в наружную сторону, не спеша, правильно, по 10-15 раз желательно. А после этого в обратную сторону. Крутим также 10-15 раз. После колени мы аккуратненько спускаемся к голени и начинаем крутить нижнюю часть нашей ноги в одну сторону, желательно 10-15 раз также, потом в другую сторону также делаем 10-15 раз, потом делаем вторую ногу, сперва наружу, потом вовнутрь, также 10-15 раз.
И после этого мы уже можем себе позволить чуть нагрузить свое тело и делать чуть приседания. Делаем приседания. Руки вперед. И делается это 15-20 раз, желательно, каждое утро. И самое главное, не спеша делать все правильно, чтобы у вас не было никаких вывихов, никаких повреждений, и вы просто чувствовали себя комфортно и дышали спокойно. После этого мы уже можем аккуратненько начать и тренироваться, и заниматься своим любимым делом, так как мы сейчас на данный момент занимаемся именно этим. А так, желаю вам хорошего дня, удачи вам во всем. Спасибо.